Так, ну вот эта вот книжка очень хорошая, называется Баурсак. Вот, ну, это все на кнопочках. То есть нажимаешь на кнопочку, нам будет рассказывать. Сейчас мы попробуем открыть. Ертеде шал мен кемпір болыпты. Вот. Бірде шал кемпіріне былай дейді. Кемпірім? Ау! Бүгін маған дәмді бауырсақ пісіріп берші. Вот такая вот книга с озвучением, с озвучкой, вернее, да? Так, наверное, правильно. Вот. Вот я выключу. Вот, и такая красота стоит где-то, по-моему, под 2500 тенге. Вот она, визиточка. Видно, не видно. Фокус. О, плохо что-то фокусируется. Но я потом напечатаю. Аруна. Следующая книга получается, называется «Жолбары. Смена Тышкан». Вот. Здесь, получается, в этой книжке три сказки на казахском языке. Всего стоит 590. Вот таких я книжек две купила уж, аю. Даже три, вернее. Это вот на русском получается «Ласточка». И тоже здесь тоже три сказки получается. И стоит всего 590 тенге. Очень хорошие книжки. И цена хорошая. Кстати, обратите внимание. Это вот издательство получается... Ой, видно, не видно. «Фолиант», по-моему, «Фолиант». Вот. В описании все, я оставлю координаты. Получается раскраска с маркером. Пиши и стирай для мальчиков. Вот такую купила, тоже интересненькая. Будем разбираться. Тут надо как-то вот читайте текст задания и выполняйте его. 16 карточек. Так, фокус. В коробке вы найдете маркер. Там еще и маркер получается. Фокс. О, господи, что-то фокусируется плохо. Так. Вот. И это получается издательство «Рыжий кот» называется. Город Аксай. Улица Шолохова 1Б. Вот. Развивающий набор. Такая вот. Вот, у нас всего стоит 320. Так. Вот, нравится, да? Вот. Он всех знает, подарит. Вот нравится, да? Вот. Он всех знает, пока в квартире. Обучение, мультфильм, живые раскраски. Девятая международная книжная и полиграфическая выставка по Великому шелковому пути 2016 года, 6 по 8 апреля 2016 года в городе Алматы, девятом павильоне. Приходите и наслаждайтесь, очень много покупок сделайте по детским книжкам и не детским книжкам. Так что разнообразие очень большое в этом году. И приходите с детишками, будет очень интересно. Ну, смотрите видео. Как у тебя? Нормально? Купить тебя забыл. С ним знаком? Ну, дай Сергей Михайлович. Назирай. Куда я буду? Здравствуйте. А можно блокнотик расплатить? Это вот только для записи других. Хочу. Ой, шалал!
Айжан сюда отправляет, отправляет. Я забыл, я ей ничего не говорила. Пиши-стирай, да, называется. Да. Маркер, да? Хорошо. Ну, да, это возьму я.
tell you everything. The words I never got to see the first time. You gotta go.